21 марта легкоатлеты 11 адаптивных школ Омской области собрались в манеже «Сибирский нефтяник», чтобы проверить свою подготовку к сезону 2018 и побороться за путевки на всероссийские старты. С желанием атлеты стартуют, чтобы себя проверить, как готовы. Почему? Потому что эти соревнования, они идут как классационные отборочные на всероссийские соревнования. Надо сказать, что наши атлеты, они традиционно сильные, то есть постоянно в призерах, не опускают, так сказать, планку. А лучшие, которые покажут хорошие результаты, мы их уже будем готовить на первенство России по спорту лина. Каждый из участников старался изо всех сил, чтобы не упустить шанс отправиться на соревнования в Анапу или Саранск. Ребята в возрасте от 11 до 17 лет состязались в этот день в беге на 60, 200, 400 и 1500 метров, прыжках в длину и смешанной эстафете 4 по 200. Спортсмены постарше уже поставили себе цели на год и понимали, какой результат им необходимо показать для реализации своих планов. Я поеду летом на Россию, получается, летний чемпионат России. Вот, надо сбегать хорошо. И эти соревнования для меня это как тренировка. То же самое просто пробежать, это ничего не значит, но волнение все равно есть. Я хочу поехать на чемпионат мира. Моя мечта, и я уверена, что у меня получится. Цель у нас вот сейчас 400 выиграть. Там мы еще открываем как сезон спартакиады. То, что попадаем в сборный состав команды России. Нравится то, что бегаем, ставим результаты лучше, ездим по другим городам. Хочу добиться результата хорошего, первое место занять, тренера порадовать. 1:05 400 бегала. Вот хочу 1:02 пробежать. А ребята помладше стремились не столько к спортивным рекордам, сколько к личным. Мне понравилось все. Мне понравилось, что я это бегал. И я хочу получить золотую медаль, первое место. И хочу папу с мамой обрадовать, что я победил. Почему вам нравится, наверное, все-таки приобщаться к спорту и физической активности? Ну, чтобы быть сильным, быстрым, ловким, смелым. Победителей и призеров первенства ждут новые, уже более непростые спортивные состязания с соперниками со всей России. Эти все победители и участники, призеры, они будут участвовать, защищать честь Омской области на соревнованиях в Анапе, которые будут являться отборочными на всемирные игры в Арабских Эмиратах в 2019 году. Отметим, что на омских стартах больше всего наград завоевали воспитанники адаптивных школ номер 5, 6, 16 и 17, а также школы-интерната из Красноярки.